вот, наконец-то пришла данная посылочка из Пскова. Шла очень долго. На почте объяснили тем, что забастовали наши калининградские почтальоны. Штат ему резали, зарплату сократили. Поэтому работали они спустя рукава. С Пскова посылочка ушла в Питер. С Питера посылочка ушла в Москву. То есть почему-то крючок вот такой вот образовался. Непонятный. Неужели нельзя с Пскова отправить их в Питер, а с Питера в Калининград? Вот, коробочка аккуратненькая, легкая. Весов, к сожалению, нет, но написано на ней 3200 на посылке. Но это, наверное, с учетом тары. Ценность посылочки здесь вот указана. Можно прочитать. Но есть вопросы. 7963 с пересылочкой. Ну вот. Аккуратненький пакетик. Норман. Бумажки тут всякие разные. Это у нас что? Это у нас носочки. Трехслойные. С фольгой внутри. Говорят, очень теплые. Конечно, легкий. Моя спрошка предыдущая весила в два раза тяжелее. Вот они сапожки. Тут что-то выпало. О, бумажка. Сапожки. 43-44. Проклеечка здесь аккуратненькая такая. Причем на нашу отечественную не похожа. Сделано на вид качественно. Вот. Здесь вот что-то мы вложили. Пояс еще к нему идет. Вот. Какой-то пояс еще идет. Видим комплект. Тюбик клея. Кусочек ленточки. Ну, комплект, конечно, небольшой. Мы его отрежем. Опа. Вот это поясочек, я так понял, обрамляет талию. Вот. Чтобы если вода накроет, если накроет вода, чтобы не дошло до самых ног. Ну вот, вот такой вот у нас. Такой легкий какой-то. Ё-моё. Красота. Так хочется его уже одевать на рыбалку идти. Ну, посмотрим, насколько он качественный.
потому что предыдущий костюм с Pro у меня не выходил одного сезона. Ноги в нем очень мерзли. Лямочки здесь такие вот мощненькие. Хорошенькие, внушающие доверие. Вот, внутри швы проклеены. Вот, все тут проклеено. Между гениталиями как бы. Сделано вроде аккуратно. Жалко, что они здесь усилитель еще не клеят в этом месте. Сколько сезонов этого костюма хватит? Вот. Ладненько, пока.